Привітання, поважаємі підписчики каналу «Про цвіток». З вами знову Ольга Дуброва. Вітаю вас. І сьогодні у нас буде експрес, тема «Експрес-цвітник». Я розкажу вам про многолітники, які зацвітають в год посіва. Посіяли многолітник, і він зацвів. Общепринятая практика, общепринятая мудрость говорит о том нам, что многолетники необходимо высеять либо под зиму, либо рано весной. Ну и некоторые малолетники или двулетники мы высеваем в начале лета, там в июне, в начале, в конце июня. С тем, чтобы в этом году он развивается, растет, формируется, запасается энергией, зимует, и на следующий год он начинает зацветать. А в этом году мы любуемся только его розеткой. Ну, вполне себе бывают красивые розетки. Но моя идея такова, чтобы заставить вас вот долгими зимними вечерами заняться чем-нибудь таким изыскательством, полистать каталоги, посмотреть семена в магазине и определиться с ассортиментом, посеять как можно раньше, зимой, либо рано весной, многолетники, с тем, чтобы в текущем году, в следующем году они и зацвели. Это будут такие, так сказать, скороспелые многолетники. И, конечно же, они не проявят себя во всей красе. Цветение их будет не характерным. Иногда высота цветоносов, длина цветоносов будет несколько короче, чем если бы вот он прошел уже стадию перезимовки в форме розетки. У махровых соцветий иногда может немножко не проявляться должная махровость, либо не совсем достигается размер цветка, тот, который должен быть. Но, по крайней мере, вы сможете, во-первых, освободить время для того, чтобы заниматься посевами в грунт, либо все равно вы увидите, что из себя представляет этот многолетник, как по форме, как по цвету, так и по вообще тому месту, где он у вас уже вот будет сидеть на вашей грядке цветочной, либо в каком-то другом месте вашего участка. И для того, чтобы эти растения себя проявили в текущем году, надо помнить, что некоторые многолетники в прошлом этих видов они не зацветали в текущем году. Поэтому не обращайте внимания на то, что вот рекомендации, которые написаны, хотя некоторые производители могут и писать, что в текущем году зацветет, ну, тогда вы должны помнить о сроках посева. Ну, давайте немножко пробежимся по тем многолетникам, которые наверняка зацветут в год посева. Это в первую очередь агастахи. Или хиссоп по-другому, хиссоп. Селекционеры создали очень много форм с более компактным кустиком, с более плотной листвой многочисленной и с многочисленными в то же время соцветиями. Поэтому посеянные где-нибудь в конце февраля и распикированные потом обычным способом, в текущем году они нас порадуют пышными соцветиями, которые будут привлекать очень много бабочек и различных насекомых опылителей. Такой вид, который всем известен и который очень распространен и очень неприхотлив, это рудбекия. Существуют различные виды рудбекии, как, собственно, многолетняя рудбекия фульгида, так и рудбекия хирта или по-нормальному волосистая рудбекия, которая представляет из себя малолетник. В некоторых зонах он не выживает, вымерзает за зиму, а кое-где и растет и дальше. Современные сорта рудбеки селекционеры довели до того, что при посеве даже в середине марта они замечательно распускаются с многочисленными соцветиями нормального роста. Здесь у меня вот остались два пакетика рудбеки хирта Cherokee Sunset и Чим-Чим. Замечательное растение такого хорошего коренастого, хороший коренастый кустик образуют и цветут просто незамедлительно в этом же году, когда и посеяли. Различные другие рудбеки при посеве в конце февраля или в начале марта также зацветут в текущем году.
В дальнейшем уход будет заключаться только в том, чтобы обрезать уже отцветшие соцветия и не давать завязываться семенам. Но я считаю, что снова же призываю вас к экологичности ваших действий. Оставьте несколько завязавшихся соцветий с семенами для того, чтобы птичкам было чем полакомиться вот уже в межсезонье, в зимний период в том числе. Очень многие птицы любят семена рудбеки. Такое растение пасконник, оно немножко такое диковатое, его даже называют англичане джокпай сорняк. Ну, никто бы и не мог подумать, что вот такой дядя, он в текущем году зацветет. Однако современные сорта зацветают. Срок цветения немножко наступает позже, зацветает где-то в конце лета, в начале осени, но тем не менее в текущем году вы сможете полюбоваться его цветением. Невянник, либо леукантемум, это то же самое, ну не то же самое, иногда называют просто ромашка, потому что цветок, конечно же, ромашка у него. Селекционеры тоже работают в этом направлении уже давно, и при посеве где-то в середине марта мы добиваемся того, что подавляющее большинство растений зацветает из нашей выборки посеянной. Даже старый уже сорт, который называется Аляска, с полумахровым соцветием, образует цветущие экземпляры. А такой сорт, как White Breeze, образует однозначно цветущие кустики, и они привлекут внимание 100% любого прохожего, который будет видеть, в поле зрения которого попадется это растение. Такое растение, как пенстемон крупноцветковый. Видов пенстемона также много, но пенстемон крупноцветковый отличается тем, что обычно его высевают под зиму. Он должен пройти сертификацию. И если его посеять, например, сорт Эспирит, посеять в середине, в конце марта, то всходы появляются достаточно быстро, через 8-11 дней, и в середине лета мы уже получим цветущие экземпляры. Растение коровяк, такое вот и название у него немножко какое-то пренебрежительное, вербаскум по-латыни называется. Может, оно немножко простоватое и даже так выглядит, как сорняк какой-то, иногда нам может показаться, но современные сорта более компактные, не такие развалистые, и образуют многочисленные цветоносы. И при посеве в конце февраля, начале марта, они к середине лета уже зацветут, или в начале осени, если мы будем сдвигать, запаздывать со сроками посева, то к началу осени однозначно зацветет коровяк, тот, который мы посеяли весной либо поздней осенью. Как ни удивительно, но флокс метельчатый, который мы обычно размножаем либо черенками, либо делением корневища, он также замечательно размножается семенами. Иногда есть семена сортовые, иногда вы можете получить случайные семена, но это будет ваша селекция. И в текущем году флоксы метельчатые также зацветут, если их посеять в начале марта. Конечно, цветение по сравнению с экземплярами, которые вот уже растут корни собственные, цветение будет немножко смещено, но и немножко не такие будут высокие цветоносы, само соцветие будет укороченное, но тем не менее мы будем понимать и видеть, какая окраска в дальнейшем нас ожидает уже в следующем сезоне. Род эхиноцея. Очень полезное растение, мы все знаем о его лекарственных свойствах. Все части растения обладают лекарственными свойствами, и цветочки, и корешочки. И селекционеры проводят в последнее время огромную работу в плане и формы куста, и высоты куста, и формы соцветия. Это и махровые, и анемоновидные, и простые, и в плане окраски. То есть здесь очень широкий диапазон на ваш выбор предоставляется. Можно сеять, отсчитав так, чтобы было у вас в запасе, вы прикинули, что цветение наступит через 20 недель от момента посева. Поэтому вот так вот и планируйте, когда вы посеете. Но однозначно эхиноцея зацветет. Наши любимые дельфиниумы, которые всегда предоставляют трудности, и как азбука мы уже знаем, что дельфиниуму нужна стратификация. Но современные сорта, особенно вот фирма Бинария, знаю, такая линия у них есть,
Pacific Giant называется, с различными окрасками. Это дельфиниум гибридные, есть еще дельфиниум элатум, другой вид, то эти дельфиниумы также зацветут в год посева. Конечно, немножко будут укороченные соцветия, но снова же мы будем видеть, что мы имеем. Из малолетних растений, которые мы вообще иногда не понимаем, какие они, многолетние или малолетние, это он насеялся или кто его тут посадил, это мальва, которая по латыни звучит альцея, либо штокроза называется она. Мальвы, можете сказать, и сами замечательно насеваются. Ну, а если мы хотим держать этот вопрос посева и цветения под контролем, то посейте мальву где-нибудь в конце зимы, начале весны, то есть это февраль-март месяц, и вы получите цветущую мальву уже в середине лета. И это тоже будет очень приятно. Единственное, помните, что у мальвы стержневая корневая система, поэтому вы можете сеять либо сразу высокие горшочки, стаканы, что у вас там есть, сеять по несколько семечек, семена всходят дружно, хорошо, но на всякий случай насыпайте туда несколько зернышек. Может быть, в дальнейшем какой-то слабый экземпляр вы удалите, чтобы остальные оставшиеся росли хорошо, а может что-то там с ним приключиться. Птица склюет, или вы сами случайно там как-нибудь зацепите его. И вообще то, что касается растений со стержневой системой, то надо высевать их лучше сразу в высокие емкости, чтобы корневая система все-таки формировалась уже так, как ей надо будет. И потом аккуратно переваливаем. Наперстянка. Наперстянка. Digitalis purpurea будет звучать по латыни. Наперстянка также поддается такому экспресс-методу. И колокольчиков, конечно, будет свисающих на цветоносе поменьше, но однозначно мы будем видеть, что они из себя будут представлять. Позже, чем обычно, зацветет вероника. Вероника спиката. Она зацветет несколько позже, потому что обычно зацветает она где-то в конце весны, в начале лета, а так немножко сдвинется цветение, может быть, даже и в конец лета. Но, тем не менее, зацветет. Есть такой сорт, который называется «Голубой букет». Он вас порадует всенепременно в текущем году, в году посева. Из таких многолетников, которые еще можно посеять, я назову «Эригерон». Нужен он вам или нет, я не знаю, но вот он поддается однозначно такой выгонке цветения. Иногда они зацветают при позднем посеве, либо посеве в грунт, гайлардия. Тоже такое приятное, красивое, пышное растение, неприхотливое, никто его никогда не поражает, никто на него не прилетает. Гайлардия имеет приятный аромат, ну, как для меня, приятный. И новые сорта, не знаю, там такая линия существует, может, кто-то и встретит ее. Линия называется «Меса», с различными окрасками, от желтой до насыщенно-бордовой. Они тоже зацветают год посева. Очень интересное растение, в которое я просто влюбилась, будучи на отдыхе за рубежом. Заинтересовалась, кто же это такое. С помощью определителя нашла это название. И называется оно Гаура Линдхеймера. Или Гаура Линдхеймерия. Но, тем не менее, вот Линдхеймера. И Гаура это точно. Еще называют этот цветок бабочки. Потому что многочисленные побеги и многочисленные розовато-белые цветки, в зависимости от сорта, сортовой принадлежности, они бывают либо компактные кустики, либо раскидистые. Можно сажать как в грунт, можно сажать в каких-то смешанных цветниках, можно сажать в напольные вазы и даже в подвесные корзины сажать. И там он будет такой вот растопыренный, но настолько красивый и столько придавать легкости и ажурности нашу композицию. В моей зоне он, к сожалению, не зимует, но это многолетник, который в более теплых зонах зацветает в год посева. То, что касается двулетников, то их тоже можно вот так вот расшатать и заставить зацвести в этот же год. Это и виола, многочисленные сорта, к тому же сейчас голландские сорта, которые все непременно зацветут в текущем году, если вы их посеете. Ну, у кого какая возможность, либо в феврале, либо в марте месяце, в июне месяце, в
крайнем случае в июле месяце они у вас зацветут, и цветение это будет достаточно пышным и радовать вас, как ни странно, до поздней осени. Ну, с двулетниками такая история, что иногда они за зиму немножко подпревают, и есть такая беда в некоторых, особенно мокрых местах или на тяжелых почвах. Поэтому смотрите, надо вам высевать виолу так, чтобы она цвела летом, либо все-таки пусть это останется цветок весны. Ну, хотя в европейских странах, благодаря теплым зимам, получается, что виола там цветет практически круглый год. Незабудка. Может кому-то показаться, что миосотис, тоже красивое латинское название, что зачем ее сеять, она и так растет и в лесу, и около болота, есть незабудка луговая, незабудка болотная, лесная. Но сортовые незабудки отличаются более насыщенной листвой, более плотными и более крупными листьями и, естественно, укрупненным цветочком. Цветочки у незабудки милые, как ни посмотри. А если их вот сделать макросъемку, ну просто чудо. Даже вот как бы хотелось их наклеить на ногти и ходить, такие они симпатичные. Так вот, современные сорта, посеянные в отдельные стаканчики, можно замечательно вырастить, и будут они цвести и радовать без особых проблем. Также порадует вас тонацетум, такое растение. И можно еще и еще рассказывать про такие многолетники, но я вам рассказала про самые скороспелые, которые однозначно зацветут в год посева при раннем посеве, позднезимнем или раннем весеннем посеве. Что хочу еще на чем заострить внимание, это когда вы ухаживаете за посевами, вы соблюдаете обычные правила и относитесь к рассаде многолетников так, как вы бы относились к рассаде огурцов, помидоров, либо однолетних растений. То есть вы должны перед тем, как вынести их на улицу, несмотря на то, что многие из них морозостойкие и долго живущие в условиях улицы, то необходимо молодой рассаде сделать предварительную закалку. То есть поносить их в помещении, либо там накрывать на территории чем-то, накрывать ящиком, спанбондом, еще что у вас есть под рукой. Затем, конечно же, нужны подкормки. Но для того, чтобы многолетник не переборщить с подкормками, как бы запас его и возможности, ресурсы корневой системы еще невелики, хоть это и многолетнее растение. Поэтому дозу рекомендуемых удобрений для данного многолетнего растения мы уменьшаем ровно пополам. Если сказано столовая ложка, значит пол столовой ложки, ну и так далее. И посадку производим после того, как мы понимаем, что возвратные весенние заморозки уже к нам не вернутся. То есть это может быть у кого-то середина мая, конец мая, начало июня. Смотрим за заморозками, потому что растения все равно мы вынесли из более тепличных условий. Ну и в заключение хочу сказать, что если вы хотите встретить следующий сезон с этими цветущими многолетниками, то поторопитесь. Так что торопитесь, выращивайте, радуйтесь, подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего!